Битлз первый раз во Франции. Джон, Пол и Джордж на Елисейских полях. 15 января 1964 года. Перед началом выступления в Версале. В тот же день, тот же год. Выступление в зале Олимпия, Париж, 17 января 1964 года. Поклонники встречают Битлз в аэропорту Лондона после возвращения из Парижа 5 февраля 1964 года. Некоторые из встречающих пытаются попасть в зону прилета через багажное отделение. Первый приезд в США в нью-йоркском отеле сразу после прилета 7 февраля 1964 года. Обратите внимание на график гастролей у ребят. 5 февраля они прилетели из Парижа в Лондон, а 7-го они уже в Нью-Йорке. Первая пресс-конференция в Нью-Йорке 7 февраля 1964 года. А внизу у отеля их уже ждут поклонники и зеваки. Перед трансляцией шоу Эда Салливана в Нью-Йорке 8 февраля 1964 года. Студия CBS в Нью-Йорке, где состоялось первое выступление Битлз на шоу Эда Салливана 9 февраля 1964. Там же, в студии CBS, перед началом трансляции, Полу здесь всего лишь 21 год. Пол показывает Эду Салливану свою бас-гитару. За спиной Эда стоит Брайан Эпстайн. Этот знаменитый выпуск шоу Салливана 9 февраля смотрели 75 миллионов американцев. Почти треть населения страны и почти две трети, у которых только был телевизор. Тот самый известный концерт в Вашингтонском зале «Колизеум» 11 февраля 1964 года. Всего 35 минут, 12 песен под визг и крики. Звука практически не было, да он никому и не нужен был, включая самих парней. Они дурачились, смеялись. Ринго колотил не в попад по барабанам на трясущейся круглой платформе, которую они поворачивали время от времени. А это на следующий день в престижном Карнеги-Холл в Нью-Йорке. После выступления в Карнеги-Холл 12 февраля 1964 года. На следующий день второе выступление в шоу Эда Салливана. Встреча с Кассиусом Клеем на тренировочной базе в Майами 18 февраля 1964. 25 февраля Клей выиграет бой у Сани Листона, потом вступит в нацию ислама и поменяет имя на Мохаммед Али. С неизвестными девушками на пляже в Майами, февраль 64-го. Одна из неизвестных девушек делает Джорджу предложение, от которого он не сможет отказаться. Битлз вернулись в Лондон после триумфальной гастролей по США 22 февраля 64-го. Встреча в лондонском аэропорту 22 февраля. У Пола под мышкой пластинки, которую он привез из Штатов, видна обложка диска лучших хитов звезды музыки соул Мейджора Лэнса. В тот день покорители Америки встречали вот так. Репетиция нового телевизионного шоу в лондонской студии Уэмбли, апрель 64-го. В Лондонском музее восковых фигур «Мадам Тюссо» появились восковые битлы 29 апреля 1964-го. Тысячи поклонников собрались у «Рояль-отель» в Копенгагене за несколько часов до прибытия туда группы 4 июня 1964 года. Редкий снимок из Национального архива Нидерландов. Трансляция выступления группы из телестудии Хиле Гоми 5 июня 1964-го. Обратите внимание, за барабанами не Ринго, а другой музыкант. Ринго в это время лежит в больнице с высокой температурой
и воспалением миндалин. Он чуть не сорвал тур «Битлз» по Скандинавии, Голландии и Австралии. Джордж Мартин предложил заменить Ринга на 24-летнего малоизвестного барабанщика Джимми Никола, который тогда был сессионным музыкантом и как-то однажды приглянулся Мартину своей игрой. Джордж сначала заортачился и отказался ехать в тур без Ринга, но Мартин и Эпстайн уговорили его, сославшись на хорошее данное Никола как музыканта и на то, что он был похож внешне на участника группы. Хотя и был полной противоположностью всей четверки – тихим, спокойным, уравновешенным, молодым человеком, немного замкнутым. В общем, Джимми Никол поехал в тур вместо Ринга и отыграл несколько концертов, включая выступление в Австралии. Потом он говорил: «Ребята были очень любезны, но я чувствовал себя несколько скованно. Они приняли меня, но невозможно просто так вот войти в такую группу, как эта. У них собственная атмосфера, собственное чувство юмора. Это небольшая клика, и посторонние не могут просто так вот сюда вломиться». Однако Никол даже остался потом незримо в истории музыки «Битлз». Маккартни запомнил, как Джимми на вопросы, как он поживает, всегда неизменно отвечал: «Все лучше и лучше». Когда группа записывала «Сержант Пеппер Лонли Херт Клуб Банд», Маккартни написал песню «Getting Better» — «Становится лучше», вспомнив о барабанщике Джимми Николе, заменившем Ринга. Перед полетом в Нидерланды 7 июня 1964 года. «Битлз» без Ринга, но с Джимми Николом. Джимми Никол сидит в аэропорту Мельбурна, ждет рейса на Лондон день спустя после того, как в группу вернулся выздоровевший Ринга 15 июня 1964. Он сыграл с «Битлз» 8 раз, выступая в костюме Ринга, который был ему мал. Он был, конечно, счастлив. Эти 10 дней, что он провел вместе с великолепной четверкой, были для него самыми яркими моментами в музыкальной жизни. Он был хорошим барабанщиком и славным парнем. Говорили, что ему неплохо заплатили, но на самом деле за работу он получил от Эпстайна 500 фунтов и золотые часы с гравировкой от «Битлз» и Брайана Эпстайна с благодарностью и уважением. В следующем году Никол объявит себя банкротом из-за невозможности отдать долг 4000 фунтов. В 1988 году ходили слухи, что Никол умер, но в 2005 году Daily Mail подтвердил, что он еще жив и живет затворником в Лондоне. На концерте «Битлз» в Блоккере, Нидерланды, 6 июня 1964 года. Так «Битлз» встречали в Мельбурне 16 июня 64-го. Австралийские полицейские и военные с трудом сдерживали 10-тысячную толпу поклонников группы в Мельбурне. Пресс-конференция. Выздоровевший Ринга с австралийскими яблоками. Встреча в Лос-Анджелесе 18 августа 1964-го. Второй тур в США открылся выступлением в Сан-Франциско 20 августа 1964 года. 18 тысяч зрителей визжат на концерте «Битлз» в Голливуд Боул 23 августа 1964. Инспектор полиции Карл Бер приказывает группе уйти со сцены зала в Кливленде, чтобы остановить обезумевших фанатов, грозящих разнести зал в щепки. 16 сентября 1964-го. Через 15 минут «Битлз» разрешили продолжить выступление. Концерт в Далласе 18 сентября 1964 года. Концерт в Индианаполисе 4 сентября 1964-го. 30 тысяч зрителей. Понятно, что это все небольшие маленькие урывки из величайшего 1964 года и жизни «Битлз». И тем не менее, с «Битлз» день за днем, год 1964.